Здравствуйте, ролика не было уже целую неделю. Если честно, то я уже успел по вам соскучиться. А вы соскучились по контенту? 15к лайкосов – это цена наказания клана Терпил. А о ком я говорю, вы увидите в этом ролике. И хотел бы вам сказать о том, что я стримлю на Твиче. Постоянно. Хочу вас там всех видеть. В группе ВК проходит конкурс на мышку Logitech G102, не пропусти. Всем приятного просмотра. Привет. Как дела? Нормально. Нормально нереально? Да. Говорю, заспавнился только вот. О, привет. Ой, я тоже заспавнился. Алло, у нас ничего нет. Мы убиваем вас уже, ребята. Прости, пожалуйста. Нифига себе, тут уже аутпост какой-то отстроился. А я могу эти турельки поразбивать? Слушай, там, короче, стоят три турели. Мы можем сейчас копьями их разнести и забрать пушки. Как тебе идея? Попробуем подбежать. Мне кажется, что нереально. Давай попробуем. Стопэ, стопэ, сядь, сядь. Стой, 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 не байте, не байте, не байте, сядь. Да, там чел на 210 включился. Главное, не двигайся. Стой, встань. Не-не-не, просто встань. Можно я залезу? Одного убил. Понял. Пиу. Окей, я вас понял. Дружище, я знаю, где можно пушки поиметь, слышишь? Я только что там у типов берданку отжал. Где? Там у них турели стоят, их копьями можно разбивать. Где? На... G3. Где? G3. Как-то гол знакомый. Не знаю, мне все так говорят. И да, сразу поясню. Я использовал программу для изменения голоса. То есть вы меня слышите нормально, а они меня слышат примерно вот так. Ну вот, как-то вот так, да. Собираемся, ребят, сейчас пойдем разваливать. А у тебя есть топор? Нам копья бы скрафтить, я бы еще одну турель разбил. Блин. О, тут фармит кто-то. Так, топор на землю. Топор на землю, нам от тебя ничего не нужно, кроме топора. Все, фармим на копья. Они поставили снова турель, но она выключена. Он проводит электричество. Нету топлива. Давай мне пешку, я их убью. Я кроса на мы братья. Не-не, вначале надо их наказать. Боже, сколько тебе лет, ребенок? Можешь? Да, блин. 24 года, Игорь. А, у тебя есть копья? Как? Андрей. Да, у меня есть 4, еще 6 копий будет, но не фуловых. А сколько их в доме, слышь? Мы можем подкрасться к ним. Короче, смотри, я сейчас быстро подбегаю вот сюда, вот так. Нет, тут турель стреляет. У нее один патрон был. Я у них подкатываю, ты можешь пробежать. Выходит на улицу. Вышел, вышел, вышел! В дверях, в дверях! Он убил меня, чувак, калаш отжал. Короче, предлагаю, знаете, что сделать? Ну. Вначале мы ставим кибитку где-то. В не таком месте, короче, где нас не здесь, спали. Прямо здесь, давай вот, прямо здесь, тут место идеально, возле да. них, возле А магазина. Потом мы отстраиваем у них на горе огромную вышку, короче. Садимся туда с калашом, который у них отжимаем. И начинаем жестко их кошмарить. Как бы кланы я люблю, в принципе. Тем более таких, давай вот здесь в скалах построимся. Пусть будет пока такая.
У меня есть зажигательный патрон. Он на улице бегает, блин. Если они заборы огородят... А, смотри, какой он хитрый. Но они по-любому на карго сейчас пойдут. Чекай, чекай, близко, близко, близко уже. Осторожно. Он берет дисмонт. Так, они куда-то бегут. Да, блин, до печки обратно. Они вообще дальше бегают когда-то? Уже вместе уже. Они к нам летят, пацаны, к нам летят! Прячьтесь. Ставьте двери, ставьте замки, но не выходите. Ой. Чуваки, они что-то строят на улице. Он для печки строит, он для печки строит. Убил. Отлично. У него миллиард всего. Уходим, уходим. Дай уходи. Тикаем. Они сейчас выйдут. Сверху тело было. Где? Залупанное. На скале нас 30. От него тиммейт. Убил! Лутайте его! Отлично, иду, иду, иду. Лутай его. Томпсон забрал. Нас трейдит, что ли? Походу, да. Походу, нас трейдит. Да нет, что. Ну, у меня дерева нет. Мы отстроили свой новый домик, и я отправился снова к ним. Ведь мне нужен был калашик. Сейчас. Тип в топ-гире бежит на меня, слышишь? Давай, я бегу. Я бегу. Тогда. Беги. Он под скалами у меня. Один мантираде, один топ-гир. Прыгает еще. Раскалаш. Где он? Он тебя чекает. Я с двушки на спине. Живи, 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 живи. Минус. Хорош. Лутайте, уходите, пожалуйста, от них. Пространство бегает. Сваливаем. Минус один. Минус два. Чего персик дозревает? Уйди, уходи, уходи туда. Понимаю, пока. Нормально он сел ломать турель. Выходит, слышишь? Давай я... Я крою, выходи. Бай-бай! Питончик собрать. О, огонь. О, ай-яй-яй-яй-яй, а где турели? Где турели, пацаны? У него что-то знатно сгорело. Глянь, кто лежит. И с чем он лежит. Понимаю. Че там? Цезарь сгорел. После такой доминации этот клан ливнул. И я вышел вместе с ними. Мои ребята продолжали играть, и зайдя на следующий день, я понял то, что моего домика старого нет. Что с ним произошло, для меня осталось загадкой. Но я не отчаивался. Ведь клан, который я доставал, снова зашел в онлайн. А это означало только одно. Что эта история еще не закончена. Воруем! Воруем ресурсы! А зачем он открыл мне дверь, я не понял. Он открыл одну дверь, и я у него спер ящик дерева и гаражки. Чего? А строю-ка я домик прям возле них, почему бы и нет, в принципе. Домик с видом на наших любимых соседей. Что может быть прекрасным? Понимаю. Или не понимаю. Что я сейчас сделал? А нет, я могу пока выйти. Нормально. Так, ну, как бы нормально пока. Возле меня еще кто-то фармит.
Here's Johnny. Ну, братец, блядь. Ну хоть подними и забери все. О, нормально, теперь я чувствую себя в безопасности. Так, ну я как бы это самое. Готов. А почему у них до сих пор дверь открыта? Что-то не пойму. Это типа заходи, забирай? Мы можем у них купить двушки. За 400 серы одна. Сколько серы с одного камня выпадет, если его камнем выформлю? 220 где-то. 230. Беда. О, я тоже тут стал на H3. О, я вижу дом клонины какой-то лютый. Это, кстати, те ребята, походу, да? Угу. С буферками. 100 серы выпало. О, я 100? Тебя вижу, ты возле него, да? Да, я по скалам прыгаю. И плохо ты построился. Да? С видом прям на них, да? Почему бы и нет, в принципе. Я всегда мечтал построиться в таком месте, где можно будет отстреливать какой-нибудь клан сразу. Так, отправляемся за серой срочно. Что, у нас инструментов нет? Нет. Поехали, работаем. Тут даже берданки. А, ты 4 серы. Так. Выдал тебе. Идем. Я им записку перекинул, если что. Давай, давай, забайте. Приступаем к работе. Это он. Убивай, убивай! Убил! Еще, еще. Второго. Поднимите! Это они были, слышишь? Ага. Слушай, а может они рейдить его хотели? А, чуваки. Тушку возьми свою. Держу в курсе. Немного странно, не правда ли? Я предлагаю слишком жестко их не напрягать, иначе они ливнут, как это было вчера. Я знаю, как их забайтить. Сейчас будет байт тупо. Два типа у меня. Ребят, я сейчас сдохну! Они выходят, пацаны! Откуда? У меня большая хата. Алло? Алло, пацаны, привет. Иди, стой. Вижу, вижу. Там окошко. Два хита. Убейте его в дверях, боже. Хит. Help me кто-нибудь. Открыл. Хорош, поднимаем. Сработано на все 200%. Контрапа есть? Нет. У них ящики. Наверху ящики у тебя. Я их уже пролутал еще. А. Тут миллион серы. В смысле? Бур. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Very beautiful. Дима, иди сюда, салт, я смогу там. Дима. У меня есть берданка. Они на крышу выходят. Уходим. Там выход есть. Уходим, пацаны, уходим. Миллион руды. Сейф. Сера. Держи. Нормальный заход. Куда? Крафтим печки. Я крафчу. Предлагаю немного обустроить дом. Закрой гараж. А, закрыл. Пока так, немножко печь оставим в покое, иначе они сейчас ливнут. А нам не нужно, чтобы они ливали. Согласны? Камня поблизости у нас не было от слова совсем. И нам пришлось идти аж в зиму, а это квадратов 10 от нашего дома. По пути мы решили заглянуть на антирейд. Ух ты! Я вижу, что вижу разрыв. Взрыв. Я тоже. Где? Берданки. На разрывных, походу. Отцо... А, нет. Чекает, чекает. Голову хит убил, наверное. Пушим. Я умер. Одного убил. Дим, давай наверх. Тихо. Убил калашиста. Я второго рейдят, убил. Пацаны. В смысле рейдят? В прямом. Фиг, тут ресов больше, мне кажется. Не, в топ-сете. Давай домой фастом. Да ладно, что они забрали? Дерево свое, которое мы украли. СМГ одну. Он да, голый. Убил его.
О, блин, ты так стрельнул, я обосрался. О. Что-то есть. Ну-ка, Дима, прыгни. А тут есть что-то все? Творик. Там нет ничего. Ну как это будет? Не, ну сервер как бы не лагает, согласен, а их... Кто-то с двушки стрелял. Кто стрелял с двушки? Не знаю, я лежу, и когда на сервер зашел, кто-то с двухи пальнул. Походу нас убили. Еще. Нет, нет, лагало. О, гараж пошел. Все нормально, нормально. Найс. Мы можем одного типа поймать, который будет переносить спячки, вот. У них... Слушай. У них всего одна решетка до печки. Убил? Не знаю, где его. Я не убил его! Забей. Туруду-ту-туруду-ту-туруду-ту. Эти у них реакция там. Мангуста? Тум-тум-туду. О, сервер завис. Смотри, там большой коптер, улетел. Отлагало. Чё происходит? У меня отлагало. У тебя лагает, я, короче, довезу нас. Ты у меня по воде бегаешь, Иисус, это ты? Это патруль! Это патруль, прием! Давай топку заберем. Боже, не хочу умирать. Не хочу. Я умер. Туда корова прилетела. Габелла, пацана. Тебе брать пушку? Бери. Нет, у меня есть. Чувак, у них все открыто. Чувак, у них все открыто. У них открыто все. Тащи разрывные 60 патронов. Слышь, это они, походу. Нет, это бомжи какие-то. Не челика убиваю, который бежит домой двери закрывать. Окей, я подниму тебя, брат. Я чисто по-соседски тебя подниму. Я делаю вид, что убегаю. Может, он откроет дверь мне? Убил типа. Он открыл дверь. У него все открыто, у него тут гантрапов не было. Не бежать тогда без разрыва? Да. Бегу. Беру патроны из дома. Я могу скрасить скоростную... эту... Тихо. Чувак, они закрыли! Они закрыли, чувак! Убил. Открытые гаражки. Убил двух на улице. Бегу. Мне не хватает немного бобовок. Я могу изнутри их рейдить. Я не вижу, долбанное солнце. Я его убил. Хорош. Еще. Убил одного. Тут еще один. Их что, четверо было? Убил второго. Тут еще третий. Убил третьего. А минус 6 уже дал. Почему у них здесь деревянный фундамент? Один в доме. У них очень странный дом. Двоих убил. Поднимаюсь выше. Тут МВК дверь, чувак. У меня миллион пушек. Ты где? Беги, Китрин, я тебе все скину. Привет. Бери быстрее, он закрывает. Открывает двери. Открывает люк. У них еще гаражик 8 стоит. И еще люк. Он гантрап поставил.
Он убил меня. Ты старался. Он убил меня с этим контрабом. Чувак, это невозможно. Так как целью у меня было подоставать этот клан, я решил немного обустроить свой домик. Так как, чтобы мой домик зарейдить, нужно было всего две сишечки. Фундаменты поставили. Здесь мне нужно вот так сделать. Хоп. Хоп. И в принципе нормально получается. Здесь у меня будет подъем наверх. Так, хоп. Понимаю, их уже трое. Но в этот момент я считал, что чем больше моих соседей в онлайне, тем лучше. Бежит, бежит, сладкий сюда, бежит. Он пытается меня забайтить? Доброе утро, девочки. Ну, да, бывает, пацаны. О май год, мэн. О май год. Ай, ай, ай. Мне кажется, я сейчас палю свою хату, и тогда, походу, придется мне новую строить. Я вот думаю, может, реально новый домик где-то отстроить, небольшой. Куда побежал? Лежать на месте и не двигаться. О, это что-то это калаш. Это калаш. Сам ты читер. Я не читер. I'm not cheater, my friend. О, ничего себе ты сильный, слышь. Ой, ничего себе у вас дом большой, ребят. А сколько вы строили этот дом? Скажите мне, пожалуйста, мне просто интересно. А я тыкву вам принес. Привет, ребят. А я вам тыкву принес. Ай, по мне стреляют.
Ой, вы забрали с меня 3 пушки, которые я выбил с вас. Я с твоей матери всю жизнь выбил, дурак. А твой батя... Хо-хо-хо-хо, какая шутка. Какая шутка. Дерьмом этим изменяет себе голос, блядь. Вы с меня забрали 2 берданки, которые я забрал с вас только что. 7 берданок, алло. Петушок, ты и твой батя, и твой дед с 3 лет. Как сейчас было жестко. Ух, 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 вот это сильно. Поубивав их еще около 1000 раз, я решил перенести лут, так как я понимал то, что меня зарейдят. У меня было время, так как у них пригорела основа, и они ливнули с этого сервера. Все, посмотри. Металл оставь. Камень пускай, дерево пускай, все нормально. Кстати, защиты вообще ноль. Я в курсе, мы мейн хотели отстроить, но он сгнил, его зарейдили, там лесов не было. И перенесли весь лут мы в домик босса. И как он отстраивался, вы можете увидеть на его канале. Ссылочку на его видос я оставлю в описании. Ну и если ты, да-да, ты ждешь продолжения, жми лайкос. До встречи!